Привет всем. Сейчас мы займемся следующей штукой. Заправим эту ручку. Тут у меня есть синяя запасная. Не люблю синий. Вот пустой резервуар. Практически пустой. Неважно. И я купил себе такую и такую краску. Сейчас заправим и проверим. Делаю я это специальной иголкой. Так, чернила черные, универсальные для письма. Тушь черная и краска штепельная. Не знаю, если это будет хорошо. Чернила. Надеюсь, они не очень жидкие. Жидкие чернила — это полная ерунда. Вот эти очень жидкие. Надо подождать, когда протечет. Ну, пока там чем другим. Сейчас смотрим на тушь. Чем бы проверить? А, у меня есть кисточка для туши. И бумага. Ой, какая она бледная. Ой-ой-ой. Тушь черная. Бледновато. Вообще как будто акварельная краска. Что это такое? Ерунда. Так, это яйца заправляют. Что-то там не течет ничего. Улиточки. Так, и краска штемпельная. Вот как. О, да тут хорошая тема. Вот это она черная. Класс. Надо вот этим заправлять. Все. Это тушь. Это чернила. Тушь очень синяя. Чернила в красное. А штемпельная немножко в синий. Что там ручка-то? Это в ней еще синие еще сидят. О как. Да тут нормально синие краски еще.
устроено так, тут пластиковая канавка и в ней капилляр. Вот пока по этому капилляру протечет черная краска, это надолго. Это, наверное, часа через два так протечет. Ну, штемпельная мне понравилась. Я попробую что-то делать. Только у меня очень толстая кисточка. Такие есть. Еще у меня есть вот такая бумажка. Она глянцевая с одной стороны, а с другой она не глянцевая. Ее тоже надо испытать. Испытывать будем штемпельной краской. Класс, очень приятно ложиться на эту бумагу. Я рисую крупную, потому что я знаю, что на записи, если что-то мелко рисовать, будет ничего не видно. Не течет совсем эта краска. Мне понравилась штемпельная краска. Буду брать такую. А тушь и чернила полный отстой. Господи, ну тут еще течет. Все, конец. У меня тут все течет. Отвратительная крышка.
Всем спасибо за просмотр. Спасибо за внимание. Подписывайтесь.